чем особенность, по-вашему, вот этого турнира? И отличается ли Блик от высшей лиги по составу от Блика в Суперлиге? Ну, в данной игре, да, были некоторые рокировки. У нас играли другие игроки, которые не играли в высшей лиге. Но мы пробуем, наигрываем. У нас большой коллектив, у нас большая команда. И мы стараемся так, чтобы все игроки наигрывались. И никто не зафиксировался на скамейке запасных. В принципе, довольны ли дебютами, игрой, вот этими экспериментами, можно так сказать? Много не получалось, правда, но все же результат неплохой, мы выиграли. Это самое главное. Будем дальше стараться одерживать победы. По турнирным задачам одинаковые, как высшие, так и в Суперлиге, да? Да, мы всегда настроены побеждать и будем бороться и в Суперлиге тоже за первое место. Спасибо. Спасибо.